Свадьба Али Бхатт и Ранбира Капура стала самой ожидаемой свадьбой Болливуда. В течение последних нескольких лет слухи о свадьбе влюбленных попадали в заголовки газет. Хотя дуэт не подтвердил и не опроверг предположения о своем браке, это было в прошлом году, в день рождения Риши Капура, когда Алия официально объявила об их отношениях в Твиттере. А теперь вот необычная, но захватывающая новость для всех поклонников Ранбира и Алии. Недавно один пользователь опубликовал на Reddit некоторые подробности свадьбы. Пользователь утверждает, что его дядя завершил подготовку свадьбы Ранбира Капура и Алии Бхатт. Если верить этим утверждениям, то Ранбир и Алия назначили на апрель с 22 по 24 свою свадьбу. Сделав это свадьбой по назначению, Ранбир и Алия завершат строительство Шимлы. Также говорят, что они даже забронировали отель. Комментируя сообщение, пользователь написал: «Я думал, что Ранбир и Алия поженятся 8 августа. Но если это правда, хорошо для них, это будет грандиозно». Другой сказал: «Я заметил, что в последнее время оба выглядят очень счастливыми. Это хорошо для них. Надеюсь, это правда после бесконечных слухов последних нескольких лет». Подтверждая то же самое, другой пользователь написал: «Ребята, отель Оберой в Шимле занят на 21 и 22 апреля». Пользователь Reddit позвонил в отель, чтобы проверить даты. Проверил, доступны ли даты в Шимле на 22 в пятизвездочном отеле. И вернулся. Оберой занят с 20 по 22 число. Ранее сообщая обновленную информацию о свадьбе Алии Бхатт и Ранбира Капура, источник сообщил: «На самом деле никто не знает, почему даты меняются, когда речь заходит о свадьбе Алии и Ранбира».